человек освящает себя снизу, тогда освящает его сверху. Что значит осветить себя снизу? Ну, это, скажем, красиво играть по отношению к товарищам. В том, что ты, скажем, любишь их. Вот. Вот в этом устремлении. Хотя ты и знаешь, что... Ну, как ты можешь осветить-то себя? Ну, это же смех. Ну, есть что тебе в свет? Силы в тебе есть? Есть понимание? Да ничего нету. Ну, как ребенок вот так старается. Поэтому дали нам особую возможность делать это в нашем особом мире. Все это в игре, вся наша жизнь, весь мир, это все такая иллюзорная игра. И чтобы мы производили вот эти вот иллюзорные действия, но когда мы выбираем их, и они против нашего желания, тогда они уже способствуют тому, чтобы выйти из игры в истину.